храму, который строит Ирод. Не к этому периоду. Это относится к храму, который строил царь Соломон. Начало 10 века до нашей эры. Он сейчас подойдет, он пошел туда, где мы выходили на площадь. Все, мы его ждем и идем. Все, 10 секунд. Так вот, это относится к храму 10 век до нашей эры, первому, который строил царь Соломон. Вы совершенно неожиданно начинаете встречаться. Талмуд, книга Гитин и предания о том, что у Соломона было некое секретное орудие труда. Это был некий волосок, друзья. Одновременно его называли червь. Название Шамир. Этот червь неестественно, то есть это вот как волосок, нечто было, железо. Вы можете обратиться, даже сейчас, Google, у кого есть, да, интернет, просто напечатайте «червь Шамир», и вы вернетесь к строительству первого Иерусалимского храма. Но что интересно, у него была способность не только резать камень и железо, у него была способность поднимать. А теперь спросите меня, где этот симпатичный червь Шамир хранился? Его заворачивали в шерсть. Затем помещали в зерна ячменя. И все это помещали не куда-нибудь, а в плотно закрытый сосуд из свинца. Вот тут, друзья, мы с вами все вздрогнули. Почему? Потому что есть единственный материал, который не проводит радиоактивность. И это что? Это свинец. То есть это на уровне преданий. Но мы с вами развиваемся, и вперед идут технологии. Это нечто, как волосок человеческий. Поэтому его бросали или что-то. Завета коснулся. Человек хотел до него дотронуться, он убивал. Это что, электрическое? Мы спускаемся вниз. С бодуна.
такие вот всякие выложили. А там мы проходили, там был камень. Он такой вот, тоже вот.